Привет всем! С вами Регина из Италии, и как всегда я во Флоренции. Ну а как же без нее? Прогуляемся, сегодня очень много стрит-стайла, как вы любите. Посмотрим прекрасную Флоренцию и сколько красивых людей приехали отдыхать, увидеть нашу Флоренцию, вдохнуть воздухом Флоренции, одетые, красивые. Ну посмотрим. Здравствуйте, мои телезрители! И с вами снова Регина из Италии. И посмотрите, где я? Конечно же, во Флоренции. Кто любит стрит-стайл, оставайтесь со мной, потому что сегодня будет очень-очень горячо и интересно. Как говорится, есть на кого посмотреть. Не то что, да, когда был карантин и были пустые улочки. Сейчас много-много-много красивых людей. Давайте посмотрим туда, где обувь. Потому что я бы хотела бы посмотреть все-таки красивую обувь с кристаллами, со стразами, очень красивая. И на какую-то обувь, видите, скидки, потому что размеры остаются последние. Красивые, да, босоножки? О, барбосики. Thank you.
Откуда сюда, можно? Оттуда, до дома. Так, пойдем. Beh, gli arrivo. Sì, c'è caduto. Так хочется маску снять вообще прям. Я снял. Часы, пожалуйста, тоже снимай. Давай. Понял, да? Да. Они такие вот. Это да. Это я знаю. Итальянцы, они любят фирменные вещи со скидкой. Ремни можете купить здесь. Виталик. Пока. Так. Вот. Видишь, Фалконери? Сейчас я зайду, посмотрю. Раз я тут нахожусь, я зайду. Конечно, Фурла нас удивляет своими красивыми сумками. Меня здесь ждут, чтобы я сделала обзор. Давно уже приглашают, но у меня нет времени. И Версачи тоже меня ждут. И в Гуччи тоже меня ждут. А дома меня ждет мой любимый муж. Посмотрите, как одеты официанты красиво. Ну и мы выходим на Пьяцца Синьория.
Мне никогда не надоедают красивые места. Такие достопримечательности, как вот этот фонтан и эта пьяцца. Как я всегда говорю вам, что если я нахожусь на соборе дома или на этой площади, я обязательно делаю съемку. Она, я думаю, что не надоест никому. Это же красота же, это же история. Не каждый может приехать во Флоренцию, а тем более сейчас в такую ситуацию, правильно? Видел, да, как я сделала? I'm asked inside. Okay, thank you so much. Ну что ж, мои дорогие телезрители, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, если вы не подписаны, ставьте лайки. И до скорой встречи. Пока-пока.